Страны ЕС одобрили пошлины на товары из США. Вступление в силу решения о введении ответных пошлин Евросоюза требует одобрения Еврокомиссии. Это будет сделано в ближайшие дни. Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters в четверг, 14 июня. Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочих попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и многое другое. Всего в списке указано несколько сотен позиций. Вступление в силу решения о введении ответных пошлин требует одобрения Еврокомиссии. Это будет сделано в ближайшие дни и, как ожидается, решение вступит в силу уже 20 июня. Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Кроме того, ЕК подал иск во Всемирную торговую организацию в отношении США. Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали 25% и алюминия 10% из Канады, Мексики и стран ЕС. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты не могут позволить себе проигрыш в торговой войне. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.